25-е!
А я так среди города и был на закон. Я люблю эти улицы с грязным лицом. Мое место здесь, мое место здесь. А там рублю здесь, снег с дождем. И катятся машины с золотым рулем. А я люблю по городу и сдавать закон. И мое место здесь, мое место здесь. Рома, Ром, да-да, я здесь, брат. Вот, водку будешь?
Я знаю, ты не пьешь при папе. Ребят, Рома Пан, ваши аплодисменты, новый участник группы Бандерас. Теперь уже 100% вы официально на альбоме. Этот юноша представляет большую часть композиции. Давайте громче. Этот человек заслуживает уважения, поверьте нам на слово. Гарик, есть что сказать? Не про Рому, так просто. Я уже про Рому все сказал. Привет! Дамы и господа, хочется увидеть ваши руки! Лес рук, класс! Правда, мы нифига вас не видим, честно. То есть вы нас хорошо... Сделайте, пожалуйста, свет в зале, чтобы увидеть эти замечательные лица и руки. Супер! Давайте следующую песню, она называется... Передача! Почему происходит такой? Не одной передачи, вот не задача. Наверное, потому что всем тем, кому мало, все эти передачи тоже поглубоко. Свои путевки, когда я, помимо мира, впереди, но вот он как...
За дня в день я слышу пап-пап-пап-пап. И всем навстречу полон шаг я. А то спросил себя, мэм, Oh!
красивая, с этим взглядом чудная и несчастливая. И впереди вся ночь, чувство до предела, за нас небо, и все так хотела. Я вас смотрел, и свет с вершины фильма. Вчера с кровью, чудо в Динамо. Желтый, садишь, дела, мы красим. Китайский квартал. Запомнит даму. Хочется верить, я рисую. Ты не забудь, старая. И все, и все, что будет, и сам. А как на потом, с кем я. Страх не было, а мать.
Опа, одно ниже другого. Рома, правда глаза режу? Правда глаза режу. Давай я тебе руку пожму, мужскую твою, давайте. Короче, следующая композиция называется «Рэй Чарльз». Ее мы посвятили замечательному пианисту и исполнителю Рэю Чарльзу. Надеюсь, что вы поддержите нас. Итак... Рядом с ней, потом охрана, заломанными руками, без дверей.
И в череде ночей пойманы как капкан. У нас все будет как у гигант. Нас будет как у гигант. Простого счастья ждать не стоит, не надо. Все будет сам, с трудом мы никаким планом. И романтических встреч у ванна. Виски на пив и на дне стакан. Причудливые блики кажется. Все отдыхают. Координаты позже через своих подруг. Теперь карты не врут. И я знаю маршрут. Бесконечный ты кишись, чертов замкнутый круг. Стоп, снято, произнеси этот слух. Если сможешь понять, что тебе дороже. У нас все будет, как у гитары. Простого счастья ждать не стоит, не надо. Все будет замкнуто, спонтанно, никаких планов. И романтических встреч у фанта. И на дне стакан, причем не рыбы, каждый раз. Все ответ на самом правом. Ну,
сегодня мне во поровну. Сколько будет и сколько содержится в среда. Ну а вообще на все эти темы про лето уже А потом твои друзья напели, что мы друг другу надо.
надоели. Ты что, в постели? Мы не подходим друг другу по астрологии. Сейчас на эту фигню заморачиваются многие. Вот такая история. И вообще, да как чертям на ухо? По-моему, ты просто... Эти настольные лампы, брат, в памяти прибыл таким, как я.
есть все, что хотел исправить. Пишет приобретать и тратить, что я здесь с собой за горизонтом закате. Сколько вам пожата, красиво встречи. Все идет по кругу, циклично, но не вечно. Однажды обязательно проснемся, чтобы ответить на все свои вопросы. Когда-нибудь поняв, что значит быть, и сколько весит наша жизнь, а завтра сможет подождать меня, пока я вдохнул запах этого дня. И досмотреть бы до конца этот закат. Похоже, же пазл заточенный, мне пора назад. Но сколько смог бы я взять, так мало. Что есть, 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 что
Прежде всего себе, любимым, потому что вы красавцы.
наши наряды. Как порядок, лишь бы лет путь. Я же улица, не мой интерес, пока не вес. Погода будет, будет интерес. Представляю, ты на пару сотки, тихо, о-о-о! Между тобой и мной, нажми на паузу!